Хари Кришна, дорогие преданные! Приветствуем вас на канале Дхирашанта Даса Госвами Махараджа. И сегодня я предлагаю вам приготовить расагулы. Для приготовления нам понадобится вода, белый сахар, молоко, розовая вода и лимонный сок. Для начала нам необходимо приготовить панир. Для этого на слабом огне мы доводим молоко до кипения. Периодически проверяйте и помешивайте, чтобы молоко не пригорело ко дну. Когда молоко закипит, добавляем лимонный сок, для того чтобы оно свернулось и панир отделился от сыворотки. Теперь процеживаем панир через заранее подготовленную марлю. Свежий панир подвешиваем или кладем под пресс минут на 10, для того чтобы ушла излишняя влага. В это время можно приготовить сироп, смешав сахар с водой и прокипятив их 5 минут. После этого часть сиропа мы переливаем в миску, добавляем розовую воду и оставляем остывать. Готовый панир разминаем для того, чтобы он стал более однородным и клейким. Из получившейся массы катаем сладости, зажимая их между ладонями. Постепенно ослабляя давление, делаем гладкий шарик. Постарайтесь сделать их плотными и без трещин, иначе они распадутся во время варки. Сладости можно делать любого размера, но важно учитывать, что при варке они увеличатся минимум в 2 раза. Ту часть сиропа, которая осталась без розовой воды, мы ставим на плиту и регулируем огонь так, чтобы сироп слегка кипел. Аккуратно перекладываем сладости в сироп и накрываем крышкой. Вариться они будут около 10 минут, но за это время можно 1-2 раза сбрызнуть их холодной водой. Благодаря этому сладости хорошо раздуются и станут пористыми, как губка. Готовые сладости снимаем с огня и перекладываем в сироп с розовой водой. Пропитывать расагулы необходимо минимум 4 часа, а лучше оставить их на ночь.